Среди любителей Аштадьяи мало кто знает, что на главном сайте, посвященном Панини, есть раздел, посвященный деривации. Соответственно, все корни здесь представлены. Согласно подсчетам Панини, здесь будет 200 почти корней. Согласно подсчетам Витни, 850, но это тема отдельного разговора. Любую словоформу здесь можно проверить насчет того, как она порождается. Соответственно, на основе бэк-энда Дагавала из Гуджарата здесь перечислены все правила, чтобы из корня «бху» получить конечную словоформу «бхавати». Это уникальная разработка, этого больше нигде нет и, скорее всего, не будет. Вот, поэтому, если вам интересно очередность применения правил Панини, вот тогда это лучший сайт. Другого не будет. Спасибо.